Всем добрый вечер. Я не знаю, сколько человек меня сейчас видит и слышит, но я думаю, что я начну рассказывать, там народ подтянется. Для тех, кто меня видит и слышит впервые, маленькое знакомство. Значит, мое имя Сан Саныч. Меня так называют примерно с 1972 года. То есть я к нему уже привык, и на остальные имена как-то реагирую тяжело. Откуда оно взялось? В институте, когда поступил на геологов, из 24 человек было 8 пацанов, а из 8 пацанов 4 Саши. Их нужно было как-то различать. То есть это случайность, но удачная. Сразу говорю, что, во-первых, я от вас ничем не отличаюсь, только каким-то определенным количеством знаний, потому что я, ну, не знаю, уже не помню сколько, занимаюсь камнями профессионально вот с 1977 года уже, когда я получил диплом геолога. А до этого я занимался, ну, как самостоятельно где-то, ну, лет с 11, с 12 уже упорно таскал книжки. И как-то самообучение было. То есть параллельно со школой я занимался, интересовался камнями, вечно таскал, вечно полные карманы. В доме, в сарае. Я начинаю сейчас осознавать вот эту тягу стать геологом. Это было не только к самим камням, но и к определенным чистым местам. То есть геологи какую-то часть времени или полевики они проводят в тех местах, где людей очень мало. Поэтому, как-то, вот, видимо, у меня была какая-то подспудная... Я родился в большом промышленном городе. Было подспудное такое сдымить от людей. Но где-то почаще бывать на природе, на каких-то чистых местах. Это я уже начинаю осознавать только сейчас. Где-то с примерно с 90-91 года, может, чуть раньше, началось очень, да, наверное, и чуть пораньше, началось очень плотный занятие или изучение энергии камня. Я из тех счастливчиков, которые читали, допустим, книги Катрин Рафаэль, еще какие-то в самиздате. То есть тогда еще даже этих книг не было в помине. Подтолкнуло меня к энергиям камня такой замечательный случай, я о нем рассказываю часто, много и практически, наверное, привожу как пример на всех лекциях. Ребенок насмотрелся, вот меньшая дочка насмотрелась ужастиков и перестала засыпать быстро. Вот. И я прочитал тогда, что аметист успокаивает. То есть у меня самого как таковых знаний тогда не было. Вот. Что аметист успокаивает, у меня была чудесная такая небольшая друзочка уральского аметиста, я ей под подушку, аж под подушку или под матрас, не помню, в районе головы, засунул, и вот у нее с этого дня как рукой сняло. То есть сон нормально восстановился, и потом Галка рассказывала долго про эту друзочку на работе, давала, так сказать, она где-то по рукам как пошла успокаивать детей, так и не вернулась в коллекцию. Но не суть важно. Важно то, что я получил первый такой реальный урок, когда я увидел, что камни работают. Я не просто об этом читал, о том, что камни работают. И в какие-то времена меня тянуло к определенным камням. Когда-то зеленым, когда-то фиолетовым. Тоже долго не мог объяснить. По сути, у меня было много учителей. Их трудно назвать учителями по одной такой причине. Я нигде никогда не проходил конкретно какие-то большие, длинные еще какие-то курсы. Меня приглашали на всякие консультации, так как я геолог, там камни определять, помочь найти, помочь еще что-нибудь, именно с такой точки зрения. И люди делились своими знаниями. Кто-то рассказывал одно, кто-то другое. В принципе, вот у меня эти знания копились, плюс собственный опыт какой-то, который начинал появляться. Я посмотрел
За это время я бывал очень много, ну, знаком с многими людьми, во многих всяких школах эзотерических. Посмотрел их организацию, посмотрел, как организованы лекции, какие примеры приводятся, как это вообще делается. Саму технику, допустим, преподавания. Но оно, я же говорю, это все копилось в какую-то одну кучу. Просто вот в кучу складывалось, абсолютно, знаете, вот, чистое накопительство. И, собственно говоря, я понял, что в конечном итоге это была только погоня за знаниями. И, собственно, она у меня осталась на всю жизнь. То есть меня и до сих пор меня не интересует ни какая-то там сила, которую обретают маги, вот, не интересует какие-то супервозможности тела человеческого. Меня интересует знания. Причем знания уже так, они узконаправленные. Что можно сделать камнем? Ну, кроме того, что там ему ударить, бросить, еще что-нибудь. Вот. Потом так получилось, что я переехал в Одессу, здесь попал сразу. Я до этого был знаком с людьми, сразу попал в такой круг, где собирались эзотерики. На тот момент это было крутейшие ребята. Сейчас-то я понимаю уровень, что было такое, как пацаны в песочнике. Но тогда для меня было это круто, для них, собственно говоря, тоже. И я, чтобы не отставать от них, взялся опять за литературу. Слава богу, компьютеров тогда было мало. И приходилось читать книги. Вот. И библиотека у меня довольно приличная до сих пор сохранилась. До сих пор есть очень интересные издания. Но я к чему? Значит, в Одессе я вынужден был расти. Во-первых, я остался без мастерской, то есть не было времени работать руками, но у меня появилось время работать головой, больше времени стало. Во-вторых, я как частный предприниматель мог регулировать свое время, то есть я мог забить на все и заниматься только тем, что мне интересно. И опять же, здесь я встречаюсь с людьми, которые ведут курсы, которым интересно обучать других. Не только учиться самим, а передавать знания. Ну, в Одессе я становлюсь более-менее как бы параллельно с этим. Я занимаюсь выставками на Украине, поэтому меня довольно хорошо знали. Когда узнали, что я еще лекции читаю, стали так понемножку приглашать. В общем, я чему-то научился. Научился говорить, не сильно сбиваясь с мысли. Научился держать зал как-то, ну, это такое. Потом Москва, потом я познакомился в Москве с ребятами, с камневедами, познакомился там же с Романом, чему очень рад. И, собственно, Роман, которого я считаю своим, ну, как не наставником, а на полном серьезе директором таким, который дает задание, контролирует его выполнение, заставляет что-то делать, заставляет шевелиться. Я уже сейчас пенсионер, я лентяй по натуре. Плюс пенсия, так что мне вообще все по барабану. Вот. И Рома как-то все это вот организовал и доказал мне, что это нужно, что это правильно. Он делает львиную долю работы. Собственно говоря, вот это вот все в темноте, а мне так нравится. Вот это вот все, так сказать, это все было как бы накопление какое-то знаний. И небольшое приведение их в определенную систему. Дальше происходят интересные вещи. Когда знакомился с людьми, меня познакомили, был тогда еще жив, такой Иван Швепс. Он один из основоположников энеологии в Украине и в Одессе. Он создал и издавал журнал «Энеология». И опять же, я туда попал как специалист по камням. Вот, стал разбираться, что это, мне посоветовали, и, как ни смешно, значит, в то время энеология была введена в систему высшего образования. Ее читали в вузах, и был создан учебник для вузов. Интереснейшая книга. Этот учебник называется, как называется, «Энеология», автор Рогожкин. И вот тогда я начал понимать вообще, вот даже когда сам уже что-то пытался рассказывать другим, начал понимать, что такое знания и как они, насколько они важны. Во-первых,
Само наличие большого количества знаний еще не говорит о том, что вы их можете применять. Это все напоминает то, что будто вот у вас есть дорастающий инструмент, сваленный в кучу. И нет к этой куче ни к одному инструменту инструкции. То есть вы, в принципе, знаете, что этим можно там сверлить дырки, но не знаете, на каких оборотах и в какой стене. А этим там можно шлифовать. Но что шлифовать? Доски, пластмассу, там, я знаю, бетон. То есть инструмент есть, а работать им тяжеловато. И вот, будучи на некоторых лекциях приглашенным, так сказать, консультантом, что ли, я понял, что рядом с мастером, когда ты вот его слушаешь, когда вот читаешь какие-то там его эти самые, его комментарии, знания начинают складываться в определенную систему. И вот когда они уже сложились в систему, это считайте, что вы как в библиотеке. Вы знаете, где, на какой полке, какая книжка стоит и что вам на сегодня нужно. А вот из этого раздела, с такой-то полки, вот этот автор, так и знания. Когда они сложены в систему, вы знаете, как ими воспользоваться. Что, зачем и почему. Потому что вот просто знать там свойства камней, это хорошо. Это безусловно хорошо. Это примерно как таблетки. Вот вы знаете, что таблетка там это снижает давление, а вторая там от боли, от головной боли. Но как правильно выпить до еды, после еды, полтаблетки, две таблетки, там, за час до сна. Вот это вам рассказывает тот мастер, который эти таблетки делал. То есть у него уже есть система знаний о всех таблетках. Вы знаете только об одной или о двух, что они убирают боль и снимают там, понижает давление. Но не знаете, как их применять. Потом, когда вы работаете с мастером, или когда вы хотя бы слушаете мастера, когда слушаете его комментарии, вы понимаете, какой уровень нужен вам. Мне, например, вот я хоть и я вообще нахальный человек, мне нужен уровень, хотя бы не абсолютный, но максимальное количество знаний, подтвержденных опытом. Это я хочу просто для себя. Мне это очень интересно. Если мне потом удастся как-то передать это другим, там, не знаю, в виде лекций, курсов, книг, еще чего-то, рассказов, введения своей страницы, это прекрасно. Но я же говорю, я нахальный, я эгоист, я хочу для себя очень много знать. И мало того, я хочу это все подтвердить какими-то опытами. То есть, чтобы это был не пустой разговор. Кстати, в этом тоже есть хорошая сторона моего переезда в Одессу. Я попал в окружение, ну не в окружение, а моя вторая семья. Это люди, которые ни во что не верят. Если мне удается доказать им, что это работает, то всем остальным я доказываю запросто. И работая вместе с мастером или слушая его, вы можете определить для себя, зачем вам это нужно, какой вам нужен будет следующий уровень работы. Условно, два уровня – бытовой и профессиональный. То есть профессиональный, когда я работаю с многими людьми, я могу там им чем-то помочь, что-то объяснить на уровне там, мастера, консультанта, не знаю, кого-то там, ну специалиста, так скажем. И бытовой уровень, как допустим, дома – могут поставить там термометр, сделать примитивный укол, поставить банки. То есть маленькая медсестра для дома. Вот это бытовой уровень. Это тоже хороший, это нормальный уровень, когда вы знаете, допустим, что там что-то заболело, а химию пить неохота. Там взяли камень, куда-то приложили, куда нужно, сделали массаж, еще что-то, какие-то масла дали понюхать. Это прошло. То есть это чисто бытовой уровень. Когда вы помогаете себе, своей семье, допустим, там, своим близким. Ну, соответственно, от этого уровня и инструменты для кого-то. Инструменты для меня, допустим, камни, те же инструменты, тоже свои. Если у меня уровень, я считаю, что почти профессиональный, то у меня, соответственно, и камни, во-первых, те, которые я хочу, потом я их отбираю по чистоте, по мощности.
я ему, может, не буду работать сегодня, или там, может, не буду вообще в течение там, 10-15 лет работать. Но они у меня есть. Я знаю, как они работают. Иногда я когда-то их просто опробовал. Вот. И они у меня есть. Камни профессионального уровня. То есть большие, мощные, хорошие. Они всегда чистые. Ну, я не говорю на физическом плане, потому что там пыль падает. Но, как сказать, не пользованные. И сильно дома их никто не цапает. То есть это нормальный уровень. Хороший нормальный уровень. Что еще происходит, допустим, то, что я по себе знаю и чем могу поделиться с вами, что происходит при, ну, вообще, при любой учебе. Вот вы начинаете учиться, вы начинаете нечто осваивать, вам идут знания. Вот у меня была чистая погоня за знаниями, все, больше ничего мне не было интересно. Вы начинаете учиться и учиться довольно активно. Какие-то одни курсы, вторые знания начинают приходить в систему. Дело в том, что мы, наше тело, наше поле и вообще наши возможности практически, ну, наверное, безграничны. Я сталкивался с людьми, которые показывали такие вещи. Ну, вот реально, если бы я не видел это сам воочию, и этих людей хорошо не знал, я бы сказал, что это полностью брехня, это там, допустим, какой-то шоу-ролик, снятый для телевизора. Во время самостоятельной учебы, я не знаю кто, но кто-то, наверное, кто-то более умный, назовите его как хотите, информационное поле, там, карма, Бог, как хотите, так и назовите, это у каждого свое название. Кто-то руководит или не руководит, а на каких-то моментах учебы показывает нам наши возможности. И причем он показывает все варианты. Но каждому человеку предложен или заранее вложена программа, которую, по идее, для него это была бы оптимальная для жизни. Вот если он выполняет эту программу, у него все складывается в елочку. Ему помогают там и с жильем, и с всякими поездками, и с нужными встречами, и облегчают какие-то жизненные катаклизмы. Ну, в общем, все складывается хорошо. Но во время этой елочки, когда мы идем по пути развития своего, нам обязательно показывают все, что может быть еще дополнительно, но не дают нам, как бы не дают этим пользоваться постоянно. Я, например, когда начинал самостоятельно получать знания, первое, допустим, мне удалось войти в кристалл кварца. Причем войти. Честно говоря, ну, кристалл там был довольно серьезный, большой, уральский. Я после каких-то фокусов оказался у него внутри. Довольно интересно. Я ходил, рассматривал там, значит, эти вот все связи, вот как атомы там где-то торчали, еще что-то. Вот. Что-то трогаешь, как будто как рукой трогаешь, как комок эмоций, что-то как комок знаний. Какие-то знания можно, какие-то ты берешь, а чувствуешь, что это пока не твое, рано. Как большая библиотека, это таким вот путем мне показали, как работает поле и что, где в нем можно найти, каким образом. Когда я осваивал азы литотерапии, хоть я и не врач, всегда я подчеркиваю, я не врач, я не лечу, потому что не понимаю, что внутри происходит. Я могу сделать диагностику, увидеть какие-то там пробои в поле, еще что-то. Но из-за чего это, я не знаю. Не знаю, как это исправить. Вот. Но мне показывали азы литотерапии, я мог делать массаж пальцами. То есть я мог там водить, от них шло явное тепло, явное напряжение. Пытался развить это дальше в себе, мне дали по рукам и объяснили, что тебе показали. Я потом понял, что это просто показывают возможности, чтобы я мог понимать, какие возможности могут быть встретиться у других людей. Но это не мое. И так дальше. И ясновидение, яснопонимание. Все это было каким-то образом пройдено. Вплоть до того, что там выход из тела
несколько раз мне показали так замечательно, что это было просто супер. Когда я одновременно видел первый раз с трех положений, а второй раз я видел в таком объеме, который у меня в голову не укладывался. Целый отдельный разговор о выходах из тела. Это просто... Вот. Но как бы мне это показали, что это возможно, чтобы я потом не воспринимал, когда другие говорят, я не воспринимал это как ложь или как какой-то там, не знаю, ну, рекламные рассказы. Вот, то есть на время учебы вам это все показывают, потом не пугайтесь, это могут забрать. Допустим, вот в какой-то момент ясновидение было хорошо развито. Я там хорошо все видел. Поля я вижу и до сих пор, но тогда было интереснее. Потом меня немножко переключили на следующий этап, все это убрали, потому что ну не твое, не нужно, все, занимайся своим. Вот это все делается для личного опыта. К сожалению, извините, сейчас я не очень быстро читаю, потому что английская клавиатура. И что еще хочу сказать на сегодня, вот то, чем и я, и Швепса, да, который в Одессе был, да, знал. Я с ним не так много встречался, но несколько встреч, которые для меня были очередным толчком. Что еще, почему вот все, чем я занимаюсь или чем мы занимаемся вместе, сегодня воспринимается, ну, большей частью людей как шарлатанство. Дело в том, что наука, которая преподается нам в школе, она основана на чем? На серии повторяющихся опытов с одинаковым результатом и возможностью измерения показаний. То есть какая-то шкала, чем можно, или там линейка, чем можно померить. Померить силу камня пока нечем. Нет шкалы, нет линейки, нечем померить. Все вот эти пятиканальные фолии, кирлианы, это все, как-то, знаете, тоже на том же уровне, на котором и энергия камня. Они не принимаются серьезной наукой и не воспринимаются как доказательства. Единственный метод, с которым я столкнулся, когда можно вообще просто визуально и аппаратурно доказать, что у камня есть поле и камень работает, это ядерно-магнитный резонанс. Вернее, ядерно-магнитно-резонансные спектры, считываемые в специальной лаборатории ядерно-магнитного резонанса. Я сейчас попробую прочитать. Там такая для меня, как бы, ну, не галиматья, но это резонансное поглощение или излучение электромагнитной энергии веществом, содержащим ядра с нулевым спином во внешнем магнитном поле на частоте, накладывая ядерно-магнитным резонансом. То есть, грубо говоря, можно прочитать наличие или отсутствие энергии или связей у этих частиц. Чтобы не сильно пугались такого длинного рассказа, с помощью него можно определить, есть ли или нет в воде то, что мы называем памятью воды. Или наложенной информацией. Вода собирается в такие длинные цепочки, кластеры. Если они длинные, этот резонанс, этот прибор показывает наличие длинных цепочек. Он не показывает наличие информации. Если их разбить до одной молекулы, то есть эту цепочку разбить до молекулы, он показывает наличие только молекул, не показывает наличие длинных цепочек. То есть вода безинформационная. Вот и все. Пугаться этого не стоит, потому что эта штуковина, мы с ней сталкиваемся в жизни довольно часто, только нам она предоставляется в качестве МРТ, магнитно-резонансный томограф. Ядерно отсюда убрали, чтобы народ не пугать. Я этого, правда, не знал. Я вчера прочитал, почему исчезло ядерное из томографа. Вот. Суть прибора то же самое. А те, кто делал хоть раз томографию, знают, сколько она стоит. То есть, чтобы сделать какие-то опыты, подтверждающие поле у камня аппаратурно,
Ну, было бы хорошо, если бы у меня был бы друг Абрамович. Вот, тогда бы я смог бы заниматься этой наукой. На, как бы, на научном, серьезном и обоснованном. Пока это на уровне пальцев. Хотя некоторые опыты были проведены, и кому будет интересно, я могу просто рассказать, ну, потом уже, или там в личных сообщениях, в какой книге это можно прочитать, где было подтверждено возможности передачи информации на жидкость, снятие ее жидкости и так далее, передачи на предметы. Собственно говоря, вот такой вот краткий обзор. И к чему это все рассказываю? Завтра начинаются курсы. На этих курсах те, кто, допустим, знает меня по ленте «О чем говорят камни», я там даю очень много. Я даю свойства камней, но это все личный опыт. Потому что на каждого камень работает индивидуально. Значит, я рассказываю о свойствах камней, о каких-то там их возможностях, о какой-то аппаратуре. Но это все, оно как бы сваливается в одну кучу в этой ленте. Безо всякой системы. Слава Богу, что я сейчас додумался хоть распродажи проводить по системе, по той же чакровой. Хоть каждая распродажа, она привязана, камни привязаны к чакрам, и я объясняю их действия, их свойства и так далее. Там можно хоть это почитать. То есть хоть чуть-чуть. Курсы приводят к определенной системе, которая дает возможность потом все эти знания сложить правильно, разложить по полочкам и знать, где, когда, какую дернуть и чем воспользоваться. Вот. Если кому-то интересно, ссылки на курсы есть, но вот те, которые будут идти сейчас, подбор ко мне самостоятельно. То есть хотя бы какая-то основа, чтобы не сильно ошибиться. Активация камня. Это вообще интереснейшее. Для меня это, не знаю, для меня это очень интересно, как можно маленьким таким камешком сработать так же, как вот таким вот. Открытие доступа к самостоятельному получению информации. Тоже как активировать свои чакры в конкретном направлении. Возможности чтения свойств любых минералов. Мало того, что можно читать не просто свойства, а кому, как оно подходит и как его применить к конкретному человеку. Если говорить о моей коллекции, моей деятельности, у меня самые любимые камни – это кварцевая группа. У меня они вообще все стоят, кварцевая группа стоит отдельно на полочках. Вот я их больше всех люблю. Я все камни люблю, но кварцевые все-таки больше. Поэтому их больше всего, и они больше всего подходят ко всем знакам зодиака. Поэтому будет очень много рассказано именно о кварцевой группе. Ну и потом то, что не камни. Кораллы, жемчуг, окаменелость и так далее. Тема, которую практически редко кто поднимает, это сочетание камней в работе или ассоциации. Причем я сам, когда допер до того, что есть природные ассоциации, которые камни взаиморабатывают, взаимоусиливают, есть запрещенные ассоциации, когда камни... Природа нам подсказывает, когда камни гасят друг друга. И буквально сегодня утром нашел замечательнейшую статью одного автора, где коротко, ясно, кстати, очень люблю, когда коротко приведены какие-то данные без лишней воды. Коротко, ясно расписаны вот это вот принцип ассоциации и природные ассоциации, все просто перечислены, тупо перечислены. Какие камни, с какими встречаются в природе, как их можно компоновать. Для меня это вообще золотая жила, это находка. То, что я чувствовал интуитивно, то, что проходилось по минералогии в институте, там оно проходится кратко, потому что каждому месторождению соответствует своя ассоциация. Здесь оно просто изложено, ну, весь предмет изложен, по-моему, на 5 страницах. Вот я говорю, что, опять же, я курсам даю довольно большие конспекты, там 20, 30, 40 страниц конспекта с цветными фотографиями, которые можно использовать постоянно. Но это все, я думаю, что те, кто проходил, те уже видели. А вот те, кто будут проходить, ждите сюрпризов. Я же говорю, там конспекты есть по 40 страниц.
Но это не читать на завтра, это, в принципе, как вот те знания, вот те книги, которые вот у вас где-то заложены, в компьютере в любой момент можно поднять и вспомнить то, о чем я говорил. Вот то, что я хотел рассказать немного о себе, ни хрена себе немного, полчаса занял вашего драгоценного времени. Пожалуйста, если у кого-то есть какие-то вопросы, рад буду услышать и по возможности на них ответить. Задавайте, не стесняйтесь, так как у нас здесь не курсы, а свободное общение, поэтому тема может быть любая, кроме там, подробностей личной жизни. Все остальное, пожалуйста, жду. Если кому-то интересно, где, как и каким образом появляются у меня хорошие камни, или вообще где находить камни, подсказываю очень хороший вариант. Есть группа. Ну, таких групп, как моя, не одна. Заходите там, регистрируйтесь, смотрите, что вас интересует. В то время, когда я начинал, камни можно было или добыть самому, или выменять. Сейчас, слава богу, их можно купить. То есть не нужно подыскивать какой-то эквивалентный обмен. Меняется на деньги. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень многие люди, которые действительно любят камень, они всегда рады или предоставить для работы какие-то интересные образцы, или пригласить себе, или такие минералы можно сочетать между собой, или пригласить себе, или пригласить какую-то совместную поездку в те места, которые они знают. Рассказать, какие минералы можно сочетать между собой, это большой курс, 2 часа плюс большущий конспект. Кратко, во-первых, минералов на сегодня известно, по-моему, 1010, если не больше. Вот. Во-вторых, сочетание минералов, зачем вы хотите сочетать между собой? То, что я, допустим, забыл упомянуть, в любом изучении, в любом росте, когда вы идете на курсы. Вот зачем идти на курсы? Для себя нужно четко понимать. Я, например, куда не лезу, даже вот я лезу в карьер за новыми камнями, я все равно лезу за знаниями. Мне интересно, как они залегают, как они выглядят в природе, где их можно найти, а где их найти абсолютно нельзя. Это определенное знание. И для меня промежуточное средство получения знаний – это деньги. То есть деньги никогда не являлись целью. Деньги – это то, что мне нужно отдать в семью, чтобы они нормально жили и не мешали мне получать знания. Я примерно всегда вот так и... Ну, может, это эгоистический подход, но тем не менее. Деньги никогда не были ни целью, ни самоцелью знания. То есть для себя нужно определиться, что, зачем. И также вот здесь, значит, да, понятно, лучше сочетать между собой правильно, но зачем? Что вы хотите получить в конечном результате? Если я работаю над каким-то личным знаком или талисманом, у меня есть основной камень, есть вспомогательные. Основную нагрузку, а те дают вспомогательные, то есть там как пролонгаторы работают, грубо говоря. Вот эти пролонгаторы, они должны работать, ну, не то чтобы в резонансе, а хотя бы в природном виде, они не должны гасить друг друга, они не должны убивать энергию. То есть, грубо говоря, можно взять для начала стихии камней и, по крайней мере, стараться не сочетать огонь с водой. Или там дерево с огнем. Ну, дерево с огнем, да, дерево будет подпитывать. Ну, если оттолкнуться только от стихии. Вот. А более глубокое, там нужно исходить из знания минералогии, знания тех природных сочетаний, которые уже есть. И в том числе есть так называемые запрещенные ассоциации, то есть то, чего не бывает в природе, и то, что нежелательно сочетать
при создании каких-то вещей. Эти камни будут конфликтовать между собой и абсолютно не будут работать на владельца, на будущего там. Можно ли сравнить камни с другими инструментами, руны, Таро и так далее? В принципе, если брать частотные характеристики, то можно. Только единственное, что камни создала природа, а все остальное создал человек. И у камня есть своя частота, которая не меняется, незыблема. Она как камертон в настройке там, у настройщиков музыкальных инструментов. То есть у каждого камня есть четкая своя частота. Руны Таро, ну карт Таро сейчас столько, что их рисуют, по-моему, уже все, кому не лень. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Все карты Таро несут каждый свою энергию. Вот, но есть классические колоды, есть вот недавно созданные, недавно придуманные. Я не знаю, как они работают, потому что они появляются в продаже, на них идет реклама какая-то, ими пытаются работать. Я знаю, что у меня там есть знакомые таролы, какие-то колоды хвалят, какие-то не очень. Или там, допустим, хвалят итальянские издания, а там советские, вернее, советские, а наши российские какие-то или украинские перепечатки уже работают не так. У меня есть колода, очень интересная колода, ее создала Диана Кочегина. Колода карт, ну не знаю, это не Таро. Там камни и описание камней, плюс стихии, плюс еще там несколько, ну, несколько вариантов интересных. Вот. Она отнеслась с пониманием к этому всему, и в принципе он, эта колода как предсказательный инструмент работает довольно интересно. То есть, когда вытаскиваешь оттуда карту, то зачастую вытаскиваешь карту того камня, который желательно бы иметь. Но если человек изначально ну, не знает всего, вот, он тут же может прочитать свойства камня, как его там применять, такое там коротенькое, как чуть ли не знаю, энциклопедическое такое, короткая аннотация про этот камень. Руны, тоже руны очень сильные, очень хорошие инструменты. Кстати, они великолепно сочетаются с некоторыми камнями. Подчеркиваю, с некоторыми. Потому что у рун своя энергия, у камней своя энергия. Нужно, чтобы они тоже не осили друг друга. Но я, например, сколько раз резал по заказу, мне заказывали резать руны на камнях. Я сначала так, о, все, класс, раз, взял классические эти самые, там, расчертил. А фигушки? Время, последовательность резки. Даже какая черта проводится первая, какая вторая, какая третья. И есть мастера, у которых руны несколько своеобразные. И я сейчас так, я вот сделал комплектик, показал, и мне начинает так, вот здесь вот на миллиметр дальше, а вот здесь тут чуть-чуть шире нужно линию, вот здесь чуть-чуть там сместить. Тоже, то есть, как бы эту энергию создает человек, и она была, пришла к человеку в виде каких-то знаков. Там, кстати, усиление ко мне очень есть интересное. Тоже раздел, как их усиливать знаками в активации камня. Вот. Мы их можем изменить. Частоту камня мы можем только испортить. Лучше сделать мы не сможем. Мы можем сделать сильнее. Мы можем ее перенаправить. Но лучше мы ее не сделаем. Лучше создала природа. Вот. То есть это, в принципе, те же самые инструменты, те же частотные инструменты, как, допустим, энергии, которые... Сейчас идет, я просто не понимаю, я не знаю, или это на английском, или... Как можно применить черный нефрит, какую энергетику он несет?
Встречный вопрос, а где вы взяли черный нефрит? Если то, что такое не блестященькое, матовенькое, которое продают и активно пропагандируют, как это как черный нефрит, очень редкий, там хрен его знает, одно месторождение в мире, в Китае, так это рядом с нефритом даже не лежало. Оно больше похоже на импактные породы, то есть породы, которые образовались на месте соударения метеорита с землей. Энергия очень интересная. Я говорю, но оно нефритом там и не пахнет. Есть, в принципе, встречается черный нефрит, он забит какими-то другими породами, и в основе своей там он актинолитовый, то есть нефритовая, основа нефритовая. Но за счет примеси он имеет темный, почти черный цвет. Вот. А эта порода, которую вот продают как черный нефрит, я говорю, к нефриту отношения не имеет. У нее энергия частично космическая, то есть такой след космический там есть. По нему можно там немножко попутешествовать. Довольно жестковатая. Но энергия это зачастую ну, не то, что убита, она как бы спрятана, потому что больше продают в виде изделий. Эти изделия сделаны левой ногой китайцев за миску риса, и человек, который их делал, человек, который их получал, перепродавал, а перепродаются они не одни руки проходят, у них у всех есть забота такая, заработать побольше денег. То есть там идет отсчет только на деньги, на уровне манипуры. И поэтому там на этой энергии, на этой природной энергии камня наложена такая программа отъема денег, что его чистить нужно обязательно, чтобы привести даже космическую энергию, привести в человеческий, в божеский вид какой-то. Поэтому мне нужно конкретно посмотреть, что, какой вы камень называете черным нефритом. Пожалуйста, что-нибудь еще. Где вот надежный продавец очень нужен, подскажите, где? Где? Украина, Россия? Какие минералы считаются самыми древними? Я сейчас даже, наверное, затрудняюсь сказать, какие. Тут речь идет даже, наверное, не о минералах, а о горных породах. Горные породы. Сами минералы в чистом виде не все дошли до нас из древности. Они или выветривались, или разрушались. Но есть породы, горные породы, которые состоят из какого-то там ряда минералов. В Украине, по-моему, самые древние выходы где-то в районе Запорожья. Это я так сейчас не, я же говорю, что я не все знаю, я не бог. Вот. Там есть какие-то наиболее древние породы. Это можно посмотреть, где можно что найти. Ну и, соответственно, тогда минералы, которые, из которых состоят эти породы, тоже получаются самые древние. Но они вот так усенькие, малюпусенькие, то есть там миллиметр, два, три. Все, что более крупное, это все более свежее, не так давно родилось. То есть крупные всякие друзы, всякие вот эти вот крупные кристаллы, это не такое старое. Дело в том, что можете ли увидеть энергию камня? Да, вполне может быть. У меня, например, такое было не один раз, когда я людям объяснял. Вот, я, например, всегда с детства я видел вокруг предметов какие-то расплывчатые такие штуки, но не контур, а какой-то как туман. Когда-то четко, когда-то нечетко, когда-то цветной, когда-то черно-белый. Вот. Я думал, что все так видят. Оказалось, что я вижу просто поле предметов, а другие его не видят. Потом я когда начинал общаться с людьми, я им показывал. Есть методика, когда можно освободить себя от блоков и включить или активировать
ту же самую Аджну. Но рядом обязательно должен быть человек, который вам объяснит, что вы можете увидеть, что вы видите, и в каком, собственно говоря, то, что мы видим, не всегда наш мозг может воспринять и превратить в те образы, понятные нам самим. Я так показывал человеку поле камней, когда он сообразил, когда он видел через коробки. Вот там стояло 5 коробок, за одной из них, или 3 коробки, за одной из них был спрятан камень. Он говорит, вот вокруг этой коробки какое-то серое пятно. Я говорю, так ты поля видишь. Да не ври, я ничего не вижу. Так и здесь. Просто нужно сначала понять, что вы видите, в каком виде, и чтобы вы могли для себя объяснить это. Но в принципе, вот я встречаюсь, сколько встречаюсь с людьми, процентов 50-60 в каком-то виде могут воспринимать или читать, или видеть эти вот поля. Тут еще зависит образование, от наличия блоков, от спокойствия, вообще от обстановки, от многих факторов. Но я думаю, что это не так сложно. Про сочетание камней, да. Ну, как вам сказать, турмалинный гранат, у них частоты... Ну, это, опять же, это мое личное мнение, мой опыт, хотя в природе они совместно не встречаются. У них частоты настолько интересные, что если их поставить вдвоем, вот каждый будет тянуть одеяло на себя, грубо говоря. Они будут как бы вести как два эгоиста. Гранат хорошо сочетается с кварцем, с пиритом, с полевыми шпатами. Вот. Турмалин тоже с кварцем хорошо сочетается. Зачем ставить турмалин и гранат? Опять же, вопрос, зачем? Что мы хотим получить в конечном итоге? Потому что у них энергии похожи, и они могут быть просто взаимозаменяемы. То есть, допустим, в каких-то ситуациях гранат может сработать как турмалин, а турмалин может сработать как гранат. И у того и у другого большой спектр работы практически по всем чакрам. Отдельные тематические что? Сейчас, минуточку. Угу. Так, тут опять же спасибо, что есть директор, он мне поправляет. Значит, завтра начинается платный курс большой, который состоит из 8 вебинаров и 8, так сказать, сопутствующих им моих консультаций или ответов на вопросы. А провожу ли я какие-то вебинары, ну, такие тематические по отдельным темам? В принципе, да. И уже есть какая-то часть, то есть их можно там понаходить. Что-то было проведено. Что-то я там делаю самостоятельные небольшие ролики, коротенькие. Ну вот, пожалуйста, интересная тема работы с рамками и маятниками. Это был недавно вебинар. Вот, и там было... Я просто объяснял свой и не свой опыт по работе. Опять же, рамки и маятники, но отношение к камням и ко всему остальному прочему. Я как в том анекдоте, что выучил один вопрос вши. Вот. Попадается на верблюд. Да, верблюд, там 4 ноги, 2 горба, у него есть шерсть, в шерсти, вернее, не вши, блохи. И начинает рассказывать. Там попадается там собака опять. 4 ноги, хвост, голова, 2 уха, шерсть, в шерсти, блохи. Хорошо знаете, но сбиваетесь. Третий вопрос, рыба.
Вот рыба, у нее есть чешуя, была бы шерсть, были бы блохи. Такие. Я все, что можно, я свожу к камням. И поэтому, когда, это вот, пожалуйста, Роман, который организовывал, который мой директор, и который все это организовывал, у него есть запись вебинара, где рассказывается о работе с рамками, маятником, как их самостоятельно подготовить, что ими можно сделать, что нельзя, оптимальные варианты, настройки и так далее. Все, что я успел узнать, я там рассказываю. Беломорит для меня такой камень, это светлая сторона Луны. Я обычно стараюсь энергии камня сравнивать с тем, что человек уже видел, что может понять, с какими-то доступными такими и знакомыми образами. Это женские, ну, знания женские, знания, которые идут по женскому роду, не такие старые. Это сила рода. Сила – это знания родовые, это какие-то там родовые умения. И он полезен и мужчинам, потому что интересно знать, о чем думает женщина. Или что она может пристроить. Вот. Каковы ее возможности. Но больше оно восстанавливает именно. То есть эти знания, как и любые знания, они вот вокруг нас. Они, вокруг нас библиотека громаднейшая. И отсюда можно почерпнуть все, что угодно. Есть знания родовые, которые, собственно говоря, висят тоже вот за нами, только мы не умеем ими пользоваться. И все, мы не умеем их брать, не умеем применять. Так вот, есть камни, которые помогают восстановить эти силы и знания у конкретного индивидуума. Вот один из них – это беломорит. Но я рассказываю, опять же, когда я говорю о камнях, я рассказываю о том, что он дает и что он дал при моих опытах, там, при моих каких-то занятиях. У него свойств намного больше. Но это для меня, вот для меня это самое интересное, самое такое рабочее, что ли. Рабочий вариант этого камня. Кроме этого, там у него есть много чего интересного. Вот здесь бусины алмаза. Сделала браслет, ношу на левой руке. Ничего о них не знаю. Нет, честно говоря, мне бы было интересно посмотреть на фотографии этого браслета. По одной простой причине. Алмаз довольно, ну не то, что там уникальный камень, у него довольно уникальная энергия, довольно мощная, близкая к Солнцу. И довольно капризная. Как... Не знаю, как пламя горелки, не в ту сторону направишь, будет очень большой ожог. Вот. Если его носить комфортно, вот все, что вам нравится носить, что, все, что вам нравится сделать, это вы делаете, исходя из требований вашего личного поля. Чего вам не хватает, какой энергии вам не хватает, вот то и хочется. Там хочется с утра сладенького, съел конфетку. Но ведь сначала хочется сладенького. А если у вас не хватает энергии, ну что можно там? Керосин вы не будете пить или там пальцы в розетку вставлять не будете. Не хватает энергии, значит, какие-то камни, которые добавляют именно конкретную энергию. Тот же гранат, там еще что-то. Алмаз – это очень сильная энергия, причем она, хоть он и связан с сахасрарой, но она, эта энергия, она подпитывает все тело. Я не знаю, какая у вас работа, если вам нужен такой мощный поток. Ну, тут может быть еще что. У нас мозг, по-моему, потребляет до 20% энергии, которая поступает в тело. Голова маленькая, живет много. Вот. И может быть какие-то там сильные перегрузки такие, по получению выдачи информации. Но серьезно, я бы хотел посмотреть на фотографию этого браслета. Это очень интересно.
Пожалуйста, еще вопросы есть? Потому что, в принципе, о камнях я могу рассказывать до бесконечности. Что и буду делать завтра вечером на первом занятии, первом занятии нашего курса. Книги. Понимаете, часть рассказов я так или иначе выставляю, но дело в том, что в книгу они собраны по определенной системе, это раз. И потом, если первые две книги – это чисто о камнях, там и Украина, и часть камней каких-то были привозных, а так как я… у меня теория, что тот камень, который ближе, тот лучше помогает. И поэтому я очень люблю украинские камни, очень люблю одесские камни, которых тоже немало. Вот. Тут такая задумка родилась – провести летом открытый семинар под Одессой и заодно и камни поковырять. То третья книга, там уже, опять же, в форме сказок, чтобы было не напряжно читать данные методики. Там часть рассказывается о камнях, часть немножко о методиках работы. То, что можно. Эфирные масла с камнями, понимаете? Я знаю, что они сочетаются. И я знаю, как возможности взаимодействия эфирного масла с камнями. Но я не такой тонкий знаток эфирного масла. Уповать на описание мне не интересно. На сарае что написано? В нем дрова лежат. Так вот, и эфирные масла. Каждый их воспринимает по-своему. Некоторые их нормально, некоторые они там... Мои домашние их не очень любят. Хотя я, например, люблю древесные запахи, а не цветочные. Но чтобы четко знать, что дает масло, что камень, мы делали наоборот. Одна дама, она очень хороший мастер по созданию парфумов. Вот, она насыщала парфумы энергией камня. При этом доводила их до... Короче, делала конкретно под потребителя. Вот есть духи. С помощью активированного камня, с помощью методов активации, можно менять запах духов. Это как один из вариантов работы активированных камней. Тут получается обратный процесс. Я могу подогнать запах духов под конкретного человека. Меня этому научили. Я знаю, что эфирные масла усиливают работу камня, особенно в тех ситуациях, когда речь идет о здоровье. В решении каких-то жизненных вопросов, честно, я не пробовал. А в ситуациях оздоровления, да, я видел варианты, когда одно с другим работает. Мне рассказывали, показывали, говорю, но эфирные масла – это немного не мое. Хотя это очень интересное направление. К сожалению, я не врач, я не даю таких советов. Но есть, допустим, вот можно через Рому Олег, он литотерапевт, довольно толковый, довольно интересный. Он такие вещи подсказывает. Почему я не даю советов? Я не знаю, я не понимаю медицины. То есть я знаю, что там будут какие-то изменения, но в какую сторону, я же не могу сказать, не могу дать никаких гарантий. Розовый авантюрин. В принципе, авантюрин как таковой, это вообще авантюра, случайность. То есть авантюрин – это оберег от ненужных случайностей. А розовый, смотрим цвета чакры, соображаем, на каком уровне он работает. То есть оберег от ненужных случайных связей на уровне сердца. Это так вкратце. Я же говорю, что у каждого камня написаны вот такие вот по странице его свойств. Но есть какое-то основное, которое он... несет в себе. Про султанит. Для меня, честно говоря, это немножко сложно, потому что хороший настоящий султанит я увидел только года полтора назад. Мне его мои друзья привезли из Турции прямо с карьера. То есть, честно говоря, они сами его там стырили. Или выковыряю.
Вот. Но они сами подняли под ногами. Я с ним активно не работал, не могу понять, почему. Или время не пришло, или... Если брать чисто рекламный вариант, так это диаспор, которую вот, легенду, о котором раздули так хорошо. То есть они раскрутили, сделали хорошую рекламу, как многим камням, которые нужно продать и которые довольно интересны. Настоящих султанитов, настоящих хороших, очень-очень мало, особенно в огранке. Большинство того, что завозится к нам, это или подделки, ну, зачастую просто подделки. По-настоящему султанитом торгует только одна фирма, которая выкупила этот карьер и которая взяла на себя право, как бы это название, это коммерческое название камня, она на себя взяла право на работу с ним и на продажу под этим названием. Он каким-то образом иногда подталкивает, ну, насколько я с ним столкнулся, в очень маленькой мере, подталкивает на интересные решения, интересные выходы из ситуации по каким-то денежным вопросам. То есть какие-то оригинальные пути решения этой ситуации. Вот все остальное, что про него рассказывают, я не знаю. Хотелось бы узнать про камни, придающие уверенности себе. Сначала нужно понять, откуда неуверенность, откуда она идет. То есть это или детская, или она связана с каким-то образом с работой. Потому что зачастую люди, которые говорят о какой-то неуверенности, они просто находятся под давлением то ли вышестоящего начальства, то ли окружающих, то ли каких-то ситуаций. И здесь происходит совсем другое. Здесь нужно решать не уверенность в себе, а просто или избежать эту ситуацию, или убрать ее из жизни, или переломить свою пользу. Почему я всегда говорю, что для того, чтобы решить какую-то одну причину, нужно рассмотреть ряд каких-то задач, которые, ну, не задач, а то, что окружает человека. Я, например, когда делаю консультацию, я говорю, вот пишите все, что вы хотите сделать. Как можно больше. Человек, когда пишет, все, глядя на свои проблемы, видят их равнозначными. Когда смотришь со стороны, видишь, что вот есть такая маленькая проблемка, но она все остальные держит, как камешек всю лавину. Если вот ее убрать, все это раз и сработает само по себе. Так и здесь. В принципе, ну, уверенность. Допустим, в коллективе можно применить ТПАЗ. Камень начальников. Почувствовать себя начальником. Но как это будет воспринимать коллектив? А может просто приглушить какие-то ненужные рабочие моменты, ну, в смысле, ненужные моменты в коллективе? Так это немножко другие камни. Это может быть просто сделать защиту при той же неуверенности. У вас очень много энергии уходит на защиту. У нормального человека на защиту уходит там 20-25% энергии. Если поставить себе оптимальную какую-то защиту, закрыть поле, то вот эти 25%, они сюда уже не идут, они возвращаются к тебе и идут на решение в мирных целях используются. Так и здесь. Допустим, если поставить какую-то хорошую защиту, оптимальную, чтобы вообще просто закрыться нафиг, то вот эта вот энергия, которая, если у вас есть неуверенность, вы сейчас много тратите, она вернется к вам, вы будете просто чувствовать себя увереннее. Не будет такой расход энергии. У меня к вам большая такая просьба. Я еще, пожалуйста, отвечаю на вопросы. Но чем больше лайков, чем больше отзывов соберет эта вот трансляция, дело в том, что в интернете, если вы туда влезете и напишите YouTube Александр Гука Камнях,
вы увидите кучу-кучу роликов, там и по 3, и по 5, и по 10 минут с моим рассказом. Чем больше отзывов, тем оно лучше будет дольше сохраняться и лучше продвигаться в интернете, тем его будет виднее. Я помогаю вам, вы поможете мне. Причем это не так сложно, насколько я понимаю. Пожалуйста, есть еще вопросы? Эпоксидка гасит энергию. В принципе, скорее всего, да. Потому что она вязкая, она не столько гасит, сколько как бы размазывает. Не делает ее узко направленной. Вот. Поэтому эпоксидка может немножко гасить изделие, но есть вещи, в которых она технически необходима. Хотя я, если что-то делаю, особенно там что-то сложное, стараюсь так, чтобы ее было минимум. Сочетание камней для браслета, ну, я говорю, это есть отдельное это самое. Влияние металла тоже интересно. Влияние металла очень просто. Серебро – это какая стихия? Луна – вода. Вот если вы туда втюхаете гранат в серебро, зависит только от сочетания масс остальное. Если серебра будет немножко, гранат будет давлеть над серебром, работать самостоятельно. Но оптимальное сочетание, допустим, если будут какие-то камни с энергией дерева или с энергией воды, тогда они будут открываться в серебре оптимально. Хотя очень интересно, есть камни, которые оптимально открываются в золоте, солнечные, огненные камни. Вот. Но они, сам цвет камня гаснет. То есть желтый металл визуально забивает цвет камня. Из-за этого бриллианты ставят в белое золото. То есть энергия солнца остается. Но бриллиант в белом цвете, он больше играет, чище, он лучше смотрится. Такие ювелирные хитрости. И, допустим, если вам нужно поставить в серебро какой-то камень из, ну, не из водной или не из воздушной группы, я, например, хитрил так. Я или активировал его кусочком золота, небольшим, там, точечкой какой-то, или делал для него каст из меди или латуни. То есть я его как бы отделял от серебра. Может, это неприемлемо с точки зрения ювелирного дела, когда речь идет о металле определенной пробности, но когда я создаю талисманы или личные знаки, извините меня, мне нужно получить определенную энергию, а не определенную пробу, определенный поток, определенные частоты. Поэтому меня там уже ничего не останавливает. Вы знаете, на своих изделиях маятник лучше пробовать на своих изделиях на момент создания эскиза. Или когда вы камни выкладываете на эскизе, на листочке бумаги. На своем изделии у вас есть, кроме энергетического потока от изделия, есть свое отношение к изделию. И маятник может показать именно ваше отношение, а не энергетику изделия. Поэтому лучше или пробовать на моменте эскиза, или же просить какого-то независимого эксперта. И очень хороший метод, если изделие накрыть бумажкой, чтобы его человек не видел, с чем он работает, и потом попробовать через бумагу, не видя изделия, тогда вы получите точную информацию о потоке с камня, с изделия и так далее. Набор инструментов новичку для начала работы с камнем. У меня есть
где-то там какой-то из вебинаров или какой-то из конспектов я давал, во-первых, начальный набор камней, во-вторых, что нужно иметь и знать. Иметь под рукой хотя бы кусок шкалы Мооса. Это кусочки камня или какие-то там кусочки металла для определения твердости камня. Это один из основных показателей. Это я все подробно рассказываю на курсе минералогии. Есть такой курс «Минералогия для начинающих». Вот, там я подробно рассказываю, какие инструменты, как применять. Значит, знание шкалы Мооса, хотя бы основное, там кусок меди, сталь, кусочек кварца, топаза. Четыре штуки, их вполне достаточно для примитивного определения. Неплохо иметь хороший фонарь. У меня всегда валяется в этом, рядом со столом. И тут есть, видите, он. Где-то уже мелькнуло. Ультрафиолетовый для определения. Там, ну, можно и день определять, но у меня для определения части камней. Вот. И сейчас создали, во-первых, я без очков никуда не хожу. И без микроскопа. Сейчас создали очень удачные микроскопы. Это все есть, оно все легко доступно. Но это не микроскоп, это лупа. Вот так вот открывается. И там лампочка начинает гореть. То есть и подсветка, и лупа хорошая. Вот. И в самом телефоне есть функция. Я не знаю, как мне ее поставили. Так не видно будет, да, не видно нифига. Тоже есть лупа, какая-то электронная. У нее довольно приличное увеличение, то есть для начинающего вот хватает вполне. Ну вот он, я же говорю, что не видно, но включилась сильная подсветка очень. Тут подсветка хорошая, белый, чистый белый цвет. То есть, в принципе, хорошая лупа, хороший фонарь и шкала Мооса. Да-да, вот мне подсказывает кристальные помощники Вселенной Диана Кочегина. Совершенно верно. Очень хорошая, очень интересная колода. Чем она мне понравилась? Я обычно, когда еду куда-нибудь на, ну, в другие города там, или лекции, или что, у меня есть такой набор камней для самодиагностики. Я в качестве развлечения даю возможность людям вместо отдыха, отдыхать, ну, не даю, вместо отдыха подсовываю эти камни и начинаю там ими играться, перебирать, а потом на основе этого сами себе делаю диагностику. Так вот, с помощью вот этих вот, этой колоды «Кристальные помощники» тоже можно делать самодиагностику. Но она меньше моего набора камней, удобнее в работе. То есть она занимает совсем немного места, а набор камней там... большой, до килограмма где-то. Нет, тут немножко, ну, в общем-то, вопрос интересный, но вы немножко не так. Камни могут разговаривать аудиально. Значит, чуть не так. Откройте... сейчас скажу. Ну, мне проще, конечно, ссылку кинуть. Виды ясновидения. Просто вот наберите. Виды ясновидения. Там есть различные виды. И вот есть люди, у которых развито яснослышание. Они не видят, они слышат. Наш мозг устроен таким образом, что мы воспринимаем какую-то информацию, хрен его знает как. Но нам заложен язык, и мозг он переводится на человеческий, доступный для нашего понимания. Так вот, при яснослышании вы мысли, там, поля и так далее, вы воспринимаете как разговор. То есть мозг уже переводит так, чтобы мы могли понять. Есть ясное обоняние, есть ясное осязание. То есть там много вариантов. Я
людей встречал с разными вариантами этого всего. Самый паршивый, честно вам скажу, это ясное обоняние. Когда в вашей компании кто-то плохо думает, извините, вам воняет. А представьте себе, вот так вот походить. Человек не мог ходить на базары. Там же на базарах хороших мыслей нема. Статический заряд вредно для здоровья, какие камни помогут в этом случае. Это трудно, потому что откуда вы берете статический заряд? Это что, синтетику все время носить? В принципе, камни, которые на себя могут взять, как бы заземлить, это там типа что-то метеоритов или медных каких-то, меди самородной. Но с другой стороны, опять же, в какой-то мере, ну не статическое, но электричество вырабатывается и турмалином, и кварцем, пьезоэлектричество. То есть я пока не могу сказать, насколько, как убрать камнями статический заряд, откуда его взяли. Он может образоваться у вас дома, но это не статический заряд уже будет. Это будет просто влияние электрического поля. Это я очень подробно рассказываю, когда говорю о технике безопасности, там вообще о том, как организация помещения с точки зрения энергии, там вот может суммарное поле дать такой гуляющий заряд по комнате. Но его можно убирать. Ну вот мне сейчас просто вопросы, которые я успеваю ответить, нет, дополнительно, потому что здесь не полностью высвечивается, не весь вопрос. Если расколоть окатыш минерала, полезные свойства в нем останутся? Если это окатыш минерала, если это окатыш кварца, именно окатыш, а не кристалл, то в принципе останутся. Если вы расколите кристалл, неизвестно, как он расколется, и там энергия будет направлена все равно по оси кристалла. А если это будет горная порода, которая состоит из многих минералов, то, конечно, останется. Это то же самое, что, ну, представьте, вы колите горную породу на два куска. Вы смололи кофе и разделили на две горсточки. И то будет пахнуть кофе, и то будет кофе все равно. Так и камень. Если вы разобьете гранит пополам, все равно и там будут свойства. А вот минерал, ну, окатыш, наверное, будут оставаться кристаллы. Там уже будет, вы будете нарушать это поле. Опять же, я говорю, черный нефрит, пожалуйста, вот этот вопрос ко мне в личку. И с фотографией, что вы имеете в виду под названием черный нефрит. Я, честно говоря, этот черный нефрит мне предлагали прорекламировать. Я посмотрел, почитал про него, подержал в руках и сказал, рекламируйте его сами. Можно ли определить частоту вибрации человека? Никогда этим не задавался. Наверное, можно, потому что есть, это же будет суммарная частота, есть приблизительные частоты вибрации органов человека, сердца, печени, там, почек и так далее. И, соответственно, с этими частотами можно подобрать тоже какие-то камни, у которых тоже частоты вот так же определены на уровне рамки маятника. В принципе, вот у человека будет суммарная частота, а у органов какие-то четкие, более-менее ограниченные можно определить. То есть с человеком я не сталкивался. Можно определить величину поля. Какие камни нельзя держать рядом? Рядом с чем?
Рядом с собой нельзя держать радиоактивные камни. Все остальные можно. Если рядом камни с камнями, есть горные породы и, соответственно, минералы, которые относятся к кислым и к основным. Вот вы соду и уксус не держите в одном флаконе, так и есть камни, которые нежелательно держать на одной полке. Но если вы их долго держите, они в конечном итоге как бы притираются, эти поля. И они становятся, ну, как, не как одно целое, но, по крайней мере, не сильно мешают друг другу. Опять же, если это у вас не рабочий вариант, а просто, как у меня стоит там коллекция, когда мне нужно поработать с камнем, я его оттуда достаю, ставлю в чистое место и с ним работаю. А когда он лежит, у меня, допустим, ложки, вилки и все остальное лежит в одном ящике, лежат, так и камни тоже лежат вместе. Они друг другу особо не мешают. Единственное, что мешает, это когда приносишь сильный новый камень, большой, у него большая мощность. Получается, он начинает впихиваться вот в это поле, которое же в квартире существует. Когда я медитирую с пирамидкой или кристаллом, через 5 минут начинаю видеть цветные волны с закрытыми глазами. Может, это работа камня? Да, вполне может быть. Я же говорю, это может быть вот тот вариант, когда вам показывают, что может быть. Но говорят, что это не как бы, ну, не ваш. То есть вот возможности такие есть, но не у вас там, у кого-то другого. Вполне может быть. И опять же, нужно просто разобраться, сам процесс медитации. Может, вы потом выходите на такие частоты, когда ваш организм перестает просто воспринимать вот это. Это тоже может быть такой вариант. Если воду довести до температуры тела 36,6 четко, то когда вы в нее зайдете, вот вы будете определять, что вокруг есть вода только потому, что мешает идти и булькает. А если вода будет чуть прохладнее, вы определите, что прохладная вода. Так и этот вариант. Если вы, допустим, вошли в полный резонанс с камнем, тоже можете перестать его видеть. Тут объяснений может быть масса, и это нормально. Потом возможности вашего организма. Вы же не знаете, сколько времени вам отведено на какое-то видение. Сколько времени организм может с этим работать? Может, вы перерасходуете энергии. Свойства натролита. Натролит. Честно, сейчас не вспомню. Сейчас, минуточку. Натролит — это группа цеолитов, по-моему, да? Сейчас, минутку, просто гляну. А, все правильно, из группы цеолитов. Просто гляну, чтобы не сильно ошибиться. Для меня вся группа цеолитов, она такая, не знаю, немножко... Она обычно настраивает человека на ряд, на характер и на возможности все прощения. Вы знаете, как Иисус когда-то ходил, все всем прощал. Вот и натролит, он настолько поглощает все дерьмо, чистит, что появляется вот такое ощущение, что вокруг все хорошо, все прекрасно, все люди очень хорошие, все добрые, как у Булгакова он говорил. И ты добрый человек, и Марк и собой добрый человек, так и здесь. То есть он настраивает на волну все прощения, на волну не то что радости, вот вся жизнь прекрасна, она вся хороша, в ней ничего плохого нет, нужно так вот, вот так вот воспринимать.
То есть вот и сколько сталкивался с элитами, ну, примерно вот такое вот состояние. Что еще не знаю. То есть целиты для меня не особо рабочий материал. Вот. Не то, что неинтересно. Для себя, может, интересно знать свойства редких камней. Но эти знания, знаете, как малоприменимы. То есть, если, вот, допустим, кварцевая группа, она обширна, ее много-много разновидностей, там интересно. И если о них рассказывают, то человек сегодня послушал, а завтра реально и быстро нашел. То редкие камни не каждый найдет, а если начнет искать там или... Как мне недавно заказали розовый турмалин, я вместо того, чтобы искать, я знаю, где его взять. Не розовый, ой, розовый берил. Я взял человеку, сбросил цену. И он тут же успокоился от этих поисков. Ой, я не врач, я же говорю. И поэтому не могу сказать, хотя у меня самого высокое давление, я абсолютно спокойно переживаю. Не рекомендую при высоких давлениях, при высоком давлении не рекомендую. Пирит, короче, солнечные огненные камни. Пирит, гранаты, рубины. О, кстати, сейчас сообразил только, почему у меня висят четки рубинов, носить не мог. В свойствах кварца с кристаллами диумартирита. Открытие третьего глаза с адаптацией к ситуации и без... Сейчас. Недавно писал большую статью, поднимите голубые камни или синие камни. Там я писал кварц с демартиритом. Или не писал, не помню. Короче, кварц сам работает как оберег. Вот. А демартирит, он дает возможность просмотра ситуации. Причем и здесь, и сейчас, и там довольно широкий спектр. И вот получается, что вы видите, но при этом никуда не влазите. То есть такое открытие третьего глаза с оберегом. Но вещь довольно интересная, довольно недешевая. Поэтому его в работе можно заменить, если работать именно с третьим глазом, то его вполне можно заменить голубым кремнем. То же самое. Тоже открытие, тоже на бытовые ситуации, хорошее, мягкое, без усилий, и тоже с хорошим вариантом оберега. То есть даже если вы куда-то влезете, это не попадет в ваше поле. Вы увидите, но не испачкаетесь. Ой, тигровый глаз. О нем уже столько написано, что тут рассказывать. Оберег, и в основном, я, например, его применяю не как универсальный оберег, а как оберег денежных потоков. В этом плане он работает лучше всего, как оберег денежных потоков. Там получается, как бы организация может быть денежных потоков, охрана, организация там, и так далее. Вот, там несколько камней, и они поддерживают денежный поток. Это, кстати, будет рассказано, по-моему, вот первый или второй вебинар вот следующего, вот этого курса, который завтра начинается, там будет рассказано бизнесменам, какие камни подходят, что, зачем. И какие конкретно, какие свойства не дают в каких ситуациях. Потому что многие камни работают ситуативно. Если литотерапевт, он вам рассказывает, что тигровый глаз там будет вам оберегать все внутренние органы в районе не ментов, а ваши личные, в районе манипуры. То есть будет работать как оберег, будет давать какие-то энергии. Я рассказываю о тех ситуациях, которые складываются в быту. О, вот видите, вы уже сами заметили, при полной луне, вот теперь нужно просто, сейчас, минуточку, вот этот вопрос про хрусталь пока оставьте. Теперь нужно, честно говоря, завести для себя тетрадку
и фиксировать, когда и какая будет продолжительность видения, насколько ваше видение зависит от лунных частот. Полная луна, растущая, убывающая. Просто для себя набрать небольшую статистику, тогда будет легче даже уже в любой другой работе, вам будет намного легче, потому что вы будете соображать, в какой работе, в какой, на какой фазе Луны вы сами наиболее активны, наиболее работоспособны. Вот вы сами себе помогли. Камни, черная лава, горный хрусталь в одном браслете можно использовать? Так, минутку. Горный хрусталь нельзя носить при... Сейчас. Лава вообще универсальный как бы усилитель, который усиливает свойства камней. Поэтому я его... Ну, я браслеты уже не делаю, делает моя дражайшая. Вот. Я его применяю часто для усиления свойств других камней. Хотя у лавы самой прекрасные свойства. И я думаю, что это будет чудесный браслет, горный хрусталь, если он настоящий, с лавой. Это будет мощное раскрытие. Ну, летом, если будет что-то намечаться, я хотя бы за месяца, полтора за месяц дам обязательную информацию о том, что, как мы придумываем, в какой, где, чтобы было интересно всем. Потому что хочется уже самому и не только так вот рассказывать, никого не видя, а пообщаться при звездах, при костре, при море, где-то что-то совместно покопать, поискать. Честно говоря, очень хочется. Так, если таких больших... Потянуло к черному волынскому опалу. Это опал, вода, лунная стихия, но это черная луна. Это самое древнее знание, которое вот еще, я не знаю, там не то, что дохристианские, а зарождение, вообще зарождение религии. Это возможность выковырять и найти самое древнее знание. Затягивает, камень очень интересно затягивает в себя, но и хранит в себе очень много. Ну, у меня опыт не с этим диамантом, а с нашими марморожскими. Это, в принципе, хороший организатор поля. Он делает поле четким, статичным, хорошо организованным. Убирает всякие пробоины, все. Короче, как организатор поля он работает больше всего, потому что вот именно вот эта вот самозавершенность. Где купить мои книги? Пожалуйста, обратитесь в личное сообщение, я скажу. Если по России, то там, по-моему, у Романа есть еще мои книги, а может уже нет, я не знаю. Вот. Если по Украине, то отсылаю я сам. Пожалуйста, в личном сообщении в группе или где-нибудь. После получила его фото, как вы думаете, может ли камень выбрать хозяйку? Трудно сказать, я не все всегда могу объяснить человеческими словами, но в данном случае не хозяйку, в данном случае вы настолько совпали по частотам, что это, ну, как бы вы нужны друг другу. То есть это вообще оптимальное совпадение. И если это вам пришло безосновательно, то есть нет никаких вот, то
Возможно, это предупреждение о чем-то, что-то будет такое, когда вам понадобится вот эта вот энергия этого камня. Алмаз, бросите черную шпинель. Состояние странное, как будто не я, как подменили. Настроение за день может меняться несколько раз. Честно говоря, мне так трудно сказать. Если пришлете мне фотографию, личное сообщение, я посмотрю, мне да будет проще. Потому что то, что я сейчас воспринимаю энергетически, так это может быть вплоть до того, что в момент создания этого браслета была или сущность какая-то в него могла быть вселена, или какие-то такие потоки энергии, которые могут сбивать поле. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я просто говорю, что может быть. Поэтому если фотографию я увижу, я скажу подробнее. Так, уважаемые дамы и господа, полтора часа для меня все-таки это, ну, как тяжеловато. Старый я, древний, я мамонтов последних по имени помню. Информацию о курсе можно будет посмотреть, я не знаю, Рома, где можно дать информацию отдельно о курсе здесь же, чтобы люди не искали? Потому что я сейчас цены не помню. Я же говорю, у меня есть очень толковый, хороший, грамотный и, кстати, очень обаятельный директор. Вот энергия камней. Вот это вот информация, где, ну, в смысле, где можно посмотреть информацию о курсе. Тонкие материи, сайт. И там информация о всех курсах. Также в Фейсбуке можно подписаться на эту же группу. Чем мне нравится это сотрудничество, знаете, принцип очень интересный. Обо всем без фанатизма и без религии. То есть нету вот этого религиозного восторга, нету чисто «вы в меня верьте». Нет, все доказуемо, все можно объяснить. Так что, пожалуйста, приходите на курс. Не ко мне, так и Олегу Смирнову. Все равно чему-то научитесь. А с камнями дружить надо и дружить интересно. Всем большое спасибо и не забудьте поставить отзывы. Я буду только рад. Всем большое спасибо. До свидания. Ну и с кем-то, наверное, до завтра.